Всем доброе утречко, и сейчас я пришла, приехала на съемки. Спасибо. В Цуме? В Цуме? Кушаем в сифуд. Я не знаю, как это называется. Да, это норвежский бренд. Бренд. Ресторанчик. Попробуйте. Даю время подумать. Он приземлился в воду, но я был слева на плюшке, он справа. Такой смотрю направо, когда уже приземлились, я тоже еле выдержал. Смотрю... Ты что, у меня без матов блок? Смотрю, а его нет, вырежешь. Потом поворачиваюсь назад, он вот так вот в воде лежит, не двигается, я просто охренел. Это невероятно, правда. Сколько мы еще будем замечать? Ну, мы скоро пойдем. На самом деле, действительно, фильм просто невероятный, и есть о чем задуматься. И я до сих пор под впечатлением. И как и вся аудитория зала, мы с Машей теперь с нетерпением ждем продолжения фильма, потому что это фильм must-see просто. Правда, Потому что я сейчас опять скажу, что это не то, и мне будет стыдно. To unlock screen. Оно не видно. Видно. Да? Да, рассказывай. Я не патриот. Слава России. И мне это вырежут. И поставят. Че? Почему? Я хотела спросить, именно как у вас дела? Что вас беспокоит? Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Мне кажется, что только у меня такое бывает, что я слушаю музыку, и у меня в голове возникает вопрос. А где мой телефон? Мы с Дашей сегодня обсуждали фильм, который вышел «Красавица и чудовище» Сэма Уотсон. И у нас есть вам маленький советик. Этот диснеевский мультик учит тому, что человек может быть настолько прекрасен внутри, вне зависимости от того, как он выглядит. Не обращайте внимания на внешность, потому что красота, она здесь. Прислушайтесь и идите с таким принципом по жизни. Давайте людям шанс. Всегда.